Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0. В студии Анна Лапшина. Здравствуйте. Госдума готова рассмотреть вопрос реновации жилья в российских регионах. Обсуждение законопроекта намечено на ноябрь этого года, сообщила автор документа депутат Галина Хованская. По ее словам, технически к старту программы готовы Петербург, Башкирия, Белгородская и Калужская области. Что касается остальных регионов страны, то прежде чем запускать там программу реновации, следует оценить, как она работает в Москве, отметила Хованская. Власти регионов, в свою очередь, должны продемонстрировать готовность к масштабным работам по сносу старого и строительству нового жилья. Напомню, статистика Всероссийского центра изучения общественного мнения свидетельствует, 70% россиян считают, что регионам реновация нужнее, чем Москве. Ранее президент Владимир Путин отмечал, что программу реновации пятиэтажных хрущевок можно распространить на те субъекты России, которые смогли досрочно завершить работы по расселению аварийного жилья. Кировская область в этот перечень не входит. Пока наш регион находится в группе субъектов федерации, которые не укладываются в установленный до 1 сентября срок. Дайджест недвижимости. Школу в новом микрорайоне Урванцево достроят к декабрю, а учеников она примет на следующий год. Об этом сообщила замглавы администрации Кирова Светлана Шумайлова. Сейчас в здании идут работы по обустройству кровли, уже вставлены окна, а внутри выстроены перегородки. В отличие от принятой недавно школы в микрорайоне Зиновы, в Урванцево не будет бассейна, но появится полноценный спортзал. Еще один образовательный объект планируют построить в 2018 году в Чистых прудах, напомнили в мэрии города. На 2019 год запланировано возведение школы в микрорайоне Долгушино. Однако прежде там должна появиться новая котельная, которая будет отапливать и район, и школу в том числе, уточняет портал iKirov.ru. Дайджест недвижимости. Группа ВТБ вслед за Сбербанком заявила о снижении ставок по ипотеке. 17 августа минимальная ставка на первичное жилье составит 9,7%, на вторичное – 9,5%. Минимальный размер первоначального взноса по ипотеке составляет от 10% стоимости объекта недвижимости, отмечается в пресс-релизе группы. Напомню, в начале августа Сбербанк снизил ставку по ипотеке на 2 процентных пункта. Теперь она начинается от 7,4%. Несколькими днями позже о снижении ставок сообщили «Газпромбанк», «Промсвязьбанк», «Центринвест» и «Возрождение». На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.